микрорайон Шишково. Если смотреть, вот как я веду камеру, то отсюда в трех остановках наша аптека Бульвар Победы 6. Вот этот справа большой конгломерат домов. На заднем фоне видим большой дом с магазином, с якорем «Магнит». Там «Магнит-аптека». Далее следующий большой дом. Здесь «Пятерочка». Здесь две аптеки «7 дней» и «Здоровый город». Их видно вот за киоском грядка вывески. Далее по ходу светофора, за светофором видно аптека «Социальная», бывшая «Югфарма». Далее «Пятерочка», в которой предлагают нам аренду. Далее Хаминский дом, 5 столиц. В нем находится перекресток. Внутри, там, где перекресток, аптека «Мелодия здоровья». Сбоку, ну, совсем в таком неприглядном месте, аптека «Здоровый город». Далее по трафику, если посмотрим, здесь маленькие магазинчики, вот такие двухэтажные здания, нежилые. Далее стоит большой дом, в нем аптека «Цена красна». Единственный здесь светофор-переход, вот такие вот киосочки и паркинг большой.